Баскетбол. Единая лига ВТБ сегодня в Перми. А Парма впервые за долго-долго лет может войти в весеннюю стадию турнира. Помешать им постарается Автодор. Игроки, которые проводят не так много времени на площадке, уступили. Пермикам какой блок. Владимир Ивлев. Лоренцо Уильямс будет разбираться один на один. Здесь у него преимущество в скорости. 36 лет этому ветерану. И он показывает, что еще может. А здесь Марекс Мэри, смотрите, отличается средним броском. Есть в арсенале латвийского форварда. Но вот скорее ему так привычнее. Вот такой данк Марекс Мэри. Там уже поддержка трибун порой становится решающим фактором. Джен Клавел, сложный бросок. Здесь можно не только получить мяч, но еще и дать передачу. Вот так, как сделал Клавел. И Душан Ристич закрывает первую половину точным попаданием. Но нужно ведь... Давай, шанс молодым. Марекс Мэрис уже не такой молодой, но очень дерзкий. Вот. Лоренцо Уильямс. Ох, какой данк! Это статуя свободы. Марекс Мэрис. 14 секунд уже до конца. Какая передача! Владимир Ивлев с фолом! Они встретились. И Владимир Ивлев, Евгений Миченко. Во многом благодаря быстрой игре. Вот этим перехватом. И Джиан Клавел не стал бросать сверху, но завершил эту атаку для того, чтобы завершить ее результативно. Мы смотрим этот проход. Да, 98-93. Автодор выигрывает этот матч. Этого не хватило для того, чтобы выйти в плей-офф.